Ну что ж, всем привет, и сегодня мы поиграем в игру Ninja Gaiden на Sega Master System. Эта игра является самостоятельной игрой в серии краски Ninja Gaiden / Ninja Ryukenden. Вот эту игру сделала чисто компания Sega, выкупив на некоторое время у Tecmo права на создание данной игры. И игра вышла чисто в Европе. Вот. Мы поиграем именно на оригинальной скорости впал в эту игру. Игра, конечно же, сильно отличается от NES-овских игр или Dendy-овских, кому как угодно. Здесь мы тоже играем за Рю Хаябусу, только здесь в альтернативной, так сказать, вселенной. Две лицензии оригинала Tecmo 88 год и перепрограммированная типа 92 год Sega. Вообще-то игра не перепрограммирована, она сделана с нуля, так сказать. Сейчас точно упал. Блин.
первый босс. Конечно, чем-то напоминает по своим как бы, по физике чем-то как раз NES-овские игры в трилогии, но не совсем. То есть тут как бы чувствуется то, что Sega тут добавила своего как бы в геймплей. Видимо, это еще из-за геймпада такого своеобразного, то есть здесь как бы такая очень прорезиненная крестовина, она такая полуплотная, такая интересная на ощущение. Карлик. Да, надо. Да вы чё, шутите, блин? Блин, ну... Только... Супер. Грёбаные птицы. Это пипец. Thank you.
Нет, нет, нет. Что это такое? Yes. Наконец-то я прошел это место дебильное, вот реально. Музыка, конечно, ну примитивная, шо пипец, блин. Ух ты, нельзя на эту штуку, оказывается. Это всего лишь вот так надо. Это весь босс, надо его вот так вот мочить и все. Так он уже мертвый. Что за фигня, блин? И все. Какой странный босс вообще, капец. Где эти биомонстры, которые были на NES? Что за фигня тут? Кендо Самурай. Самурай ин кендо. Фига. Thank you.
говорит, а что здесь надо делать-то? Как? А, он тут может вот так еще офигеть. Прикольно. Заново, что ли? А нет. Еще тут чуть-чуть поиграем. Думаю, когда-нибудь все-таки ее пройти, так сказать. Но пока что на это что-то времени нет. Да, в принципе, даже это сейчас не сама цель как бы для этой вот игры, а, например, там для Power Strike 2. А, вот так может. Нифига. Ха. Интересно. И босс, да? Ага. Фига, как он резкий. Так как мне его мочить? Он резкий, как понос, ё-моё. Чё за дичь? Тут, конечно, что-то сеговцы опять это... Это я не знаю. Нафига так было делать? Офигеть, он по 2, кстати, процента снимает. Мразь такая. Офигеть. Да как мне тебя мочить-то? Зашибись.
Ну, зашибись. Ладно, короче, я думаю, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Это был Ninja Gaiden на Sega Master System. Такой вот Let's Play. Да уж. Странная, конечно, версия для Master System. Ничего не могу сказать больше.